составе войдем и уже как естественно, не то, что мы сейчас признаны ЭКО, а то, что мы уже будем в том составе дома, как правильно сказать, то есть дома. Испокон веков мы были там, и сейчас возвращаемся к истокам. Мы граждане Российской Федерации, ну, в смысле, уже стали. Мы со Славянска. Здесь 8-й год. Хотим вернуться домой. И что потом? Именно мы были в составе, были со своими братьями и сестрами по уму, по христианству, по вере. Вот поэтому мы и говорим, что да. Мы очень рады, что это наступило, что это было в феврале, когда сказано, начиналась операция, мы кричали «Ура!» и сегодня говорим, и за признание, и сейчас говорим, что за. У нас все поддерживают, потому что я думаю, все будет хорошо, не зря мы идем так долго, но мы дойдем, победа будет за нами. Это все так неоднозначно, неуверенно и непонятно. Может быть, есть какие-то надежды. Есть одно, вступать надо в Россию, это однозначно. Если изменится отношение к войне, потому что тут гибнут люди, а мы как бы нас присоединили или подписали это самое о помощи, а люди гибнут у нас постоянно. Так что, не знаю, если что изменится, я не против.